воды боишься, той, что меньше 10. Если утром встать ленишься, чтобы к морюшку пойти, если осенью зимою и весною не нырял, то тогда Господь с тобою. Как ты, брат, сюда попал? А у нас закон суровый, как холодная вода. Да-да-да-да, ты не морж, ты хрен моржовый, и не будешь никогда. О, доброй традиции ежегодное проводим мероприятие. Это открытие сезона зимнего плавания 2019-2020. И также в рамках этого открытия будет проводиться первенство Севастополя по зимнему плаванию. Участники? Участники у нас сегодня севастопольские команды: клуб «Морж СССР», качинские моржи, балаклавские моржи и инкерманские моржи. Дистанции спортивные? Дистанции спортивные сегодня: женщины плывут 25 метров, мужчины 50 метров, и также плывут по 200 метров мужчины и женщины. Ближайшие планы после открытия сезона? Ну, ближайших планов сейчас как раз много начинается. Это будет в конце месяца открытие сезона зимнего плавания в Крыму. Потом рождественский заплыв в Евпатории. Потом у нас феодосийский заплыв. Потом у нас в марте чемпионат России в Петрозаводске на Онежском озере. Мероприятий достаточно, и они по мере поступления будут согласовываться, и также наши члены наших команд будут принимать в них участие. Февральский фестиваль будет? Ко дню защитника Отечества? Ну, конечно, конечно. Ко всем значимым датам мы готовим обязательно мероприятия, и что к 23 февраля, что к 9 мая, это однозначно. Итак, добрый день! Добрый день, дорогие друзья, любители зимнего плавания, а также сочувствующие им. А что это вы здесь собрались? Зачем пришли в мои владения? Нептунушка, прости, не подумали. Забыли про тебя, наверное. Забыли, да. Соревнования запланированы, первенство города Севастополя по зимнему плаванию. Ты водичку, кстати, подготовил? Остудил? Ах, праздник у вас! Но это хорошо. Тогда я как смог для вас водичку подготовил, остудил. Солнышко даже вам послал. Соревнуйтесь, отдыхайте, набирайте сил. Восстанавливайте свое здоровье, укрепляйте. А для того, чтобы праздник состоялся, нужно сказать свое слово главному начальнику физической культуры и массового спорта Левко Павлу Сергеевичу и открыть это мероприятие. Здравствуйте, уважаемые друзья, здравствуйте, уважаемые участники. Мне очень приятно в очередной раз присутствовать на мероприятии по зимнему плаванию, по балаклаве, на этом красивом очень фоне. В прошлый раз, когда я присутствовал здесь на мероприятии, нам погода такое настоящее испытание устроила, да, в виде снежка, мороза. Вот, сегодня погода замечательная, водичка чистая, водичка теплая, я так думаю. Вот. Ну, я как бы сам из Сибири, поэтому для нас такая водичка летом даже считается теплой. Поэтому сегодня, к сожалению, не подготовился. В следующий раз обещаю тоже поучаствовать даже в заплывах. Вот. Желаю вам удачного сезона. Желаю вам заплывов удачных, победителей с победой. Всем желаю победы и достойно выступить. И очередной сезон зимнего плавания в городе Севастополь «Золотая балаклава 2019» объявляю открытым. Ура! We'll be right back.
фестивале зимнего плавания «Золотая балаклава 2019», в рамках которого сегодня пройдет первенство города Севастополя по зимнему плаванию. Организаторы сегодняшнего мероприятия – севастопольские клубы зимнего плавания «Морж СССР» и «Балаклавские моржи» при поддержке Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя и Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Я хочу предоставить слово человеку, который пока не купается с нами в зимнем море, но обещал присоединиться, и вы все это слышали. Василий Михайлович руководит организацией, которая всегда стоит на страже нации и на протяжении множества лет оказывает нам всяческую поддержку. Заместитель председателя законодательного собрания города Севастополя, первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ Пархоменко Василий Михайлович. Здравствуйте, дорогие друзья. В законодательном собрании, от имени которого я хочу вас поздравить, долго совещались с организаторами. Ну что это за открытие зимнего сезона? Но потом решили традицию не ломать, открываем, как и положено, в ноябре. Ну, обязываем вас обязательно в декабре, выбирайте любой праздник, там много праздников, и День Советской Конституции, и День образования Советского Союза, и День рождения Сталина. Когда вот пойдет снежок, льдинки появятся в Балаклавской бухте, чтобы вы продублировали свое открытие. Согласны? Да! Хорошо, друзья. Ну а сегодня при этой погоде просто грех, как говорится, не открыть сезон, не окунуться. И я от всей души, не только от законодательного собрания депутатов, которого я являюсь, но и от любимой вами Коммунистической партии Российской Федерации, которая всегда вместе с вами помогает вам. И сегодня мы кубки учредили, за которые вы будете бороться. Хотим пожелать вам успехов, спортивных успехов, здоровья. Ну что это за сопливый морж? Конечно, нужно и моржу соответствующее здоровье. Ну и от всей души пожелать, чтобы наш прекрасный Севастополь и его жемчужина Балаклава процветала, развивалась. И чтобы вы всегда по традиции могли собраться на наших мирных берегах, чтобы и удовольствие получить, и показать, что такое здоровый образ жизни, который мы все приветствуем и за который мы боремся. Поэтому у вас праздников с открытия сезона. Добра, здоровья и благополучия всем моржам. Спасибо вам. Встречайте, депутат Совета Балаклавского муниципального округа, заслуженный артист Крыма, руководитель клуба зимнего плавания и закаливания «Балаклавские моржи» Сергей Курочкин. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Ну, я вчера общался с нашим руководителем Балаклавского муниципального образования Евгением Альбертовичем Бабушкиным. Он мне в очередной раз твердо пообещал, что вот на следующий год он обязательно окунется. Ну, а теперь от себя. Дорогие друзья, я считаю, что вот все стоящие здесь, это люди-победители. Неважно, как сегодня, кто первый, кто второй, кто третий. Мы победили. Мы победили сами себя, однажды окунувшись в холодную зимнюю воду. И этим мы пропагандируем здоровый образ жизни. Этим мы укрепляем свое здоровье. Ну и, наконец-то, это закаливание обогащает нас, наверное, все-таки духовно. Дорогие друзья, я всех вас поздравляю. Победителей, стоящих сегодня вот на берегу нашей живописной и считаю, что самой красивой Балаклавской бухты. Ну а теперь, наверное, все-таки песенка. Кто-то прошагал, как на параде, как на параде, как
на параде. Да кто нарушил вид морской спокойной глади, спокойной глади, спокойной глади. Да кто зимою в плавках бегает по пляжу, бегом по пляжу, и даже ляжет, воды холодной не боится, он заряжен. Я расскажу вам сейчас уважу баржи. Эти люди всегда свежи, баржи. Ведь закалка не просто жизнь, баржи. Ты на них лучше курс держи, вы все поймете всегда в почете. Севастопольские баржи. СССР, он наш идейный вдохновитель, он вдохновитель, наш вдохновитель. И если в воду ты нырнул, ты победитель, ты победитель, ты победитель. Морские котики с моржами, балаклавы покрыты славой. Я тоже плавал, и я приветствовать моржей имею право, имею право, имею право. Маржи! Эти люди всегда свежи, маржи! Ведь закалка не просто жизнь, маржи! Ты на них лучше курс держи, вы все поймете всегда в почете. Севастопольские маржи! Закаляться, пора включаться, не колебаться. Разок попробуешь, не сможешь отказаться. В воде плескаться, иди купаться. Маршами бодрыми гордится Севастополь. Мой Севастополь, наш Севастополь. Ты это понял, друг, то значит к морю топай. Зимою топай, в ладоши хлопай. Маржи! Эти люди всегда свежи, маржи. Ведь закалка не просто жизнь, маржи. Ты на них лучше курс держи, вы все поймете всегда в почете. Севастопольские маржи, маржи. Эти люди всегда свежи, маржи. Ведь закалка не просто жизнь, маржи. Ты на них лучше курс держи, без кривотолков живите долго, севастопольские маржи. Дорогие друзья, ну еще... Спасибо. Еще буквально одно слово. Сейчас только что, вот буквально вчера вышла моя пятая книжечка, и я обещал корректору этой книги, а именно Лиле Меркуловой, подарить самый первый экземпляр. Это подарок. Спасибо огромное. Маржу от маржа. Спасибо. Ну что же, я хочу предоставить слово инициатору и организатору, вдохновителю наших всех мероприятий, председателю Севастопольского клуба зимнего плавания «Морж СССР» Алексею Меркулову. Друзья, я очень рад всех вас сегодня видеть. Все мы немножко в разных регионах нашего Севастополя живем, но также часто с вами всегда видимся, встречаемся на наших мероприятиях, на наших поездках куда-либо. Поэтому всем вам желаю сегодня хорошего настроения, а всем желаю побед на наших дорожках, и чтобы вас всегда... У вас всегда присутствовало такое же настроение прекрасное, как сегодняшняя погода. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы проводим в рамках и также еще первенства города Севастополя по зимнему плаванию.
Я уверен, что наши сильнейшие пловцы, кто сегодня будет определен, поедут на чемпионат России, значит, который будет проходить у нас в Карелии, в Петрозаводске, да, на Онежском озере. Всем желаю еще раз отличного настроения и только побед. И также, конечно же, наши бы мероприятия никогда бы не были такими бы яркими и красивыми, если бы нам не помогали все наши друзья многие эти годы. Это управление по делам молодежи и спорта, это центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя, это наши друзья, как Василий Михайлович Пархоменко и Татьяна Лобач. Огромное им спасибо. А для вручения памятных подарков командным участникам открытия сезона зимнего плавания приглашается начальник отдела по развитию физической культуры и массового спорта Центра спортивной подготовки сборной команд Севастополя так, Павел Сергеевич и депутат Балаклавского муниципалитета Курочкин Михаил Сергей Михайлович. Да. Так как у нас сегодня Бабошкин не смог, Евгений Альбертович, прибыть, да, нас уполномочен Сергей Михайлович. Футболки. Да, закаляйся как можешь, стоит как мы. Памятные подарки в виде футболок. Это от Центра спортивной подготовки. Также подарок от муниципалитета вручается Севастопольскому клубу зимнего плавания «Качинские моржи». Руководителя просим. Севастопольский клуб зимнего плавания «Балаклавские моржи». Севастопольский клуб зимнего плавания «Морж СССР». Клуб зимнего плавания из города героя Инкермана. Инкерманские представители, пожалуйста. Инкерманские моржи. Клуб зимнего плавания корабельной стороны, скажем так, это еще не клуб, но Вологин Владимир, мы знаем, с корабельной стороны, готов сегодня выйти на сцену и организовать, если что, клуб, или вступить к нам, чтобы моржей становилось все время больше. Наверное, Нептун хочет что-то сказать или сделать. Я выбираю вас. Неплохой выбор. Говорят, неплохой выбор. Такие девчонки, спортивные, молодые, видно, здоровье, крепкие, а до сих пор не моржи. Я царь морей. Мне все подвластно, морею волны укрощаю. Сегодня в честь праздника здоровья для вас моржи всех посвящаю. Отныне вы в морской купели купаться будете почти всегда, и в зимний день, и в день весенний, чтоб на моржей бросить тени. Как всемогущий властелин, повелеваю, должны вы в царстве морском именовать впредь моржом. Всесильный и всемогущий владыка морей и океанов, Балаклавской бухты, царь моржей Нептун вручает вам свидетельство. Ура! 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 Так, фамилии Кулик Ольги. Царь Нептун только вылез из моря, да, не знает, кого как зовут.
Я ж сказал, что ж вы тут делаете? Без моего взгляда. Поздравляем новичков! Поздравляем! Молодцы! Да. Тот, кто нас информационно поддерживает, да, Владимир Ларионов, да, ставит свое резюме. Все в порядке? Внимание! Марш! Не будет ее? Да. На старт. Внимание. Марш. Поддерживаем, друзья. Поддерживаем. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Готовы? Три, два, один! Курочки! Курочки! Ова, все здорово!
это что-то стар. Они так так. Они так так. Да их нет. Давай. 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 Дав
А первое место Гордеевич Юрий!
Ольги. Третье место в возрастной категории. Никулаева Ирина. Все бегут, я свидетель стал невольный, а колен лишь сразу тут, а у них закон суровый.
как холодная вода. Да-да-да-да, я не морж, я хрен моржовый, и не буду никогда. Тихо на пляжу проведу межу, подойду к моржу и ему скажу: чё лежишь, как ёж, чё шумишь, орёшь? Ты моих не трожь, ты хреновый морж. Эй! Если хочешь быть здоров, закаляйся. Ух, холодненькая студёная, дурила, ты куда ребенка кунаешь? Забавляйся.